Всем привет из Сочи. Ну вот, наконец и наступил день розыгрыша. И я с оптовой компанией на переулке Промышленном 4, которая является спонсором нашего розыгрыша. Говорю вам всем участникам удачи, большой-большой удачи. И даже если не выиграете в этот раз, поверьте, выиграете в другой раз. Это не последний розыгрыш. Я думаю, мы будем их проводить достаточно часто. Поэтому не отписывайтесь, оставайтесь со мной, смотрите на эту всю красоту. Снимаю со вспышкой, поэтому немножко засвечивает. На самом деле она более насыщенно желтая и более такая яркая. Такая вот красота. Еще раз покажу. Ой, губенка, посмотрите, какая красивая губенка. Оранжевая с розовым, обалденная. Вот такая вот красоточка. Сейчас мы разыграем ее, и она достанется тому, кто подписан на моем канале. И тому, конечно, кто написал «Я участник», и тому, кто больше всего ее хотел и мечтал. Сейчас попробую убрать вспышку. Не знаю, что из этого получится. Получится ли показать? Нет, все равно не получается. Все равно уходит. Светлит телефон. Так что включаю обратно свет. Вот. А мы сейчас приступим к розыгрышу. Еще раз покажу красотку. Пока поставила ее в такое кашпо. Несколько бутонов, конечно, от жары все-таки потерялись. Но открылись, вот видите, цветочки. Цветочки пока еще не набрали силу. Только вчера вот последние два наверху открылись. Ну, я думаю, это не страшно, да, откроются. Ой, вот такая вот красотка. Условия все помним, знаем. Приз будет доставляться за счет победителя. Это тоже все помним и знаем. Приступим к розыгрышу. Сейчас сын наладит технику, и мы разыграем. Всем-всем большой удачи! Ну вот и наконец мы сейчас узнаем победителя нашего розыгрыша. Кому достанется эта красотка? Ура, у нас есть победитель Мария Соболева из Ростова. Мария, поздравляю вас с таким шикарным призом, с такой красоткой обворожительной, нежнейшей. Свяжитесь со мной, и мы с вами решим, как вы будете получать, как доставлять вам эту красоточку. Мой телефон есть на канале. А остальным участникам желаю не расстраиваться. Это розыгрыш не последний. Я думаю, мы еще будем проводить такие розыгрыши с оптовой компанией на переулке Промышленном 4. Так что не отписывайтесь и ожидайте нового розыгрыша. Не прощаюсь.